Семейный сектор отдела по церковной благотворительности и социальному служению Хабаровской епархии приглашает семьи на курс «Искусство быть вместе». Начало курса 30 марта в 19:00 в читальном зале Хабаровской духовной семинарии. Встречи по средам раз в неделю. Курс проводит священник Сергей Усков, руководитель семейного сектора. На курсе слушатели узнают, почему возникают семейные проблемы, как из них выйти, как найти дорогу друг к другу. Этот курс пройдет и для тех, кто давно в браке, и для тех пар с небольшим семейным стажем, и даже для тех, кто собирается вступать в брак по принципу «предупрежден, значит вооружен». Участие этого потока бесплатное. Количество мест ограничено –